мы находимся в студии Супер-Пупер. И сегодня вы сможете узнать, как прошел день Зины здесь, в Супер-Пупер студии. Сегодня у Зины была первая репетиция с группой Hot Trap Band. И сейчас вы сможете увидеть ее. А что вы делаете на Ютубе? Зачем? Для блога, проекта. А. Да. Также нам удалось задать несколько вопросов Сергею Лугу. Это хореограф Зины. Сегодня она с ним занималась танцами. Что вы можете сказать, как работать здесь? В основном я тренирую пока только Зину. Да? Ну, как бы работаем мы уже с ней очень давно. Прогресс как бы налицо, я считаю. Она очень неплохо двигается для своего возраста. Поскольку был у нее перерыв, когда она не тренировалась. Вот. Ну, сейчас возобновили тренировки. И я думаю, все будет супер. А вот и Зина. Как настроение? Настроение хорошее. Что сегодня делала? Расскажи. Танцевала. Сегодня я встречалась с Hot Trap Band по поводу песни кавера. И с другом встречалась тоже по поводу песни. Только что были танцы, я сижу и отдыхаю. Также Зина начинала разучивать новую песню «Мы новое поколение». Сам решай, кто твой друг. И с этой песней она выступила 1 июля в рок-клубе Discovery. Также там она спела другую песню. Кстати, об этом. Ведь Зина прошла в десятку финалистов детского Евровидения 2016. Вот, в принципе, и все последние новости. С вами была я, Катя, и до новых встреч. Пока-пока!